Желающих присоединиться к акции «Спасибо вам, родные доктора» в республике становится все больше. Сегодня медикам отправили партию сладких подарков от компании «Аконт». Баннеры на улицах республики, арт-объекты, посвященные медикам, елки перед зданиями больниц, украшенные детьми. Сказать спасибо докторам хотят сотни жителей Чувашии за то, что спасли многие жизни, за то, что рисковали своими, за то, что нашли в себе силы работать так напряженно. Акция была предложена общественным советом при главе республики Олега Алексеевича Николаева. Он поддержал эту акцию. Подключились к этой акции и Союз женщин республики. И очень многие предприятия и организации Чувашии. И фонд «Перле», который был создан в апреле. И сейчас вот этот фонд, он продолжает работать. И в этот фонд было перечислено достаточно много от предприятий благотворительной помощи для того, чтобы реализовать комплекс мер в рамках вот этой акции «Спасибо вам, родные доктора». И значит, они включают очень много направлений, в том числе, значит, даже вот самая такая трогательная – это детские поделки к Новому году от наших ребятишек. Сегодня к акции присоединилась компания «Аконт». Более 17 тысяч подарочных наборов, а это 4 тысячи тонны сладостей отправили медикам республики. Мы понимаем трудность, которую испытывают в настоящий момент врачи, помогая нашему населению. И по мере своей возможности решили все-таки как-то отметить их труд. По возможности, конечно, фабрика «Аконт» всегда будет участвовать во всех социальных программах, направленных на поддержку нашего населения. Такая поддержка врачам сегодня необходима. Вот это как раз та акция, то тепло и то внимание человеческое, душевное, к врачам в этот нелегкий период. И врачи это видят, чувствуют, самое главное. И в тот короткий период, период отдыха, допустим, период получения подарков, допустим, и осознание того, что люди к ним неравнодушны, они люди видят их работу, тяжелый труд, это действительно очень важно. Это важно, и врачи это ценят. Благотворительная акция «Спасибо вам, родные доктора» – это не только возможность сказать врачам спасибо, но и задуматься над тем, как общими усилиями победить опасный вирус. Очень хочется, чтобы эта акция тоже способствовала культуре поведения в обществе. Маски, перчатки, понимание того, что если есть какие-то недоразумения, то лучше, наверное, остаться дома. И Новый год предстоящий встретить в семье, а не на больничной койке. Поэтому хочется пожелать всем здоровья, более бдительно относиться к самим себе, врачам терпения, любви и, на самом деле, понимания, что и это пройдет. Свою признательность медикам может выразить каждый житель республики. Это могут быть открытки, сладкие подарки или участие в флешмобе «Спасибо вам, родные доктора» в социальных сетях. Ольга Алексеева, Николай Скворцов, Республика.